Черное облако массы твердых частиц поднимается вверх. Я больше не слышу тут пение птиц и твой смех. Все как во сне. Лучшим лекарством от боли было, когда прикасалась твоя ладонь. В это сложно поверить, но чтобы согреться, мы вновь тут добываем огонь. Они не в силах сделать того, что ты для меня могла бы. Каждую ночь смерть забирает с собой целую армию слабых. Эти холодные руки в сырой земле мне больше напоминают лапы. Ты бы могла остаться со мной до конца и не выкручивать клапан. Все, кто остались со мной здесь, не солдаты и боятся борьбы. Теперь у нас есть свобода, с которой не знают, что делать рабы. Как быть, почему именно мы, и протянем ли долго? Но мы выбрались из-под обломка. На время ослепло, и мой мир вмиг погребенный заживо. Тоннами сажи и пепла перестал греть нас. И теперь бесконечная ночь везде, одержимой войной человек от потерь. Он сразу же протрезвел. Как же так? Все, что было важно нам, все, что было нажито, интересовало нас лишь сквозь экран современного гаджета. Весь этот бред с картинками управлялся инстинктами. Искусство задушено рынками, все как папка перту с копилками. И ты для меня была все, ты для меня была всем. Знала, нас никто не спасет, и мы не пойдем по росе. Но я выжил, и мной движет вера в то, что это знак свыше. Пока кто-то из нас дышит, мы заново начнем и об этом напишем. Которая не находилась бы в состоянии глубочайшего кризиса. Точно. Искусство стало насквозь антигуманным, и вместо воспитания занималось одурманиванием потоком.